Друзья, всем привет! Сегодня хотелось бы напомнить вот такую важную работу за захваты. И один из вариантов работы. Когда одна рука у меня держит один захват, а вторая рука ищет захват второй, но совершенно на разных уровнях. То есть, к примеру, я относительно этого захвата беру все остальные. К примеру, забираю вот сюда ручку, да, отсюда делаю броски. Взял такой захват, сделал отсюда обратную корейскую спину, да, мы движемся. Я взял захват вот этот, да, примерно, да, отрабатываю. Я отсюда взял за корпус, отсюда бросочек, отсюда работаю, за ногу беру, отсюда беру на мельницу, отсюда на заднюю подножку. То есть захваты левой рукой сейчас не меняются, один захват, а остальная рука ищет везде, где его можно прихватить. К примеру, далее захват держу сюда, левый держу, спина отсюда, посадка изнутри отработал, левой рукой держу, правая где угодно, да. Убираю, ищу, перехватываю, забрал, отработал, дернул. Это просто вариант работы в захватах, чтобы не было вот такого, что взяли, и отсюда идут одни перемещения и какая-то одна наработка в таком статическом положении. Вот. Для того, чтобы была более вариативная работа в захватах, да, каждый выбирает, допустим, сейчас вот эта рука у меня, то же самое, статика, железо я и держу, а остальное срываю, работаю. Да. Да. Сюда. Чтобы одна рука держала контроль, а вторая искала пути, подготовка к броску и дальнейшим атакам. Работа очень простая. Самое главное, что надо поработать один раз, и дальше будут руки сами уже искать удобные захваты для борьбы. Спасибо.